Ирина Львовская и Анжелика Наумова, товарищи по несчастью, составляют очередные иски в суды. Для Анжелики автомобиль не роскошь, ездить на работу и навещать пожилых родителей приходится через весь город. Старенькую «восьмерку» давно пора менять. Новую машину приобрела у официального дилера автосалона «Азер Моторс». Оформили кредит в Рено банке. Тот перечислил деньги. Продавцы заверили, забрать автомобиль можно будет через несколько дней, когда придет ПТС. Сразу был вопрос по поводу того, что у нас у всех у покупателей договор купли-продажи составлен едино. Но мы якобы все ждали прихода машины. То есть мы пришли, машина была на витрине. Я в ней сидела, я ее смотрела. Я машины никакой не ждала. Машина была. В такой же ситуации Ирина. Деньги за машину заплатила, но через указанный в договоре срок ни ПТС, ни авто не получила. Взяли автомобиль 11 октября, и у нас было по договору, то есть 50 дней поставки автомобиля. Ну, то есть мы-то думали, что автомобиль вот он стоит, ну, и как вроде бы сейчас придет ПТС, но не даже через 50 дней эта ПТС, то есть, не пришла. Таких потерпевших мы узнали, там более 90 человек, и есть люди с марта. Апрелик тоже, да, и свои автомобили оплаченные. Менеджеры «Азер Моторс» продолжали кормить покупателей обещаниями. А 12 декабря уже купленные машины из автосалона вывезли. Компания «Рено» отозвала дилерство. У горя автосалона «Азер Моторс» на заводском шоссе в Самаре закрылся. А люди остались ни с чем. Обманутые покупатели обращаются в полицию, прокуратуру. Однако пока ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Автосалон закрыт. Поговорить с кем-то из персонала нам не удалось. Под приветливой надписью «Добро пожаловать» людей встречает вот такая белая бумажка, на которой мелким шрифтом написано «Автосалон временно не работает». Причем не работает он с 18 декабря. Между тем, когда наша съемочная группа подъехала к автосалону, за стеклом мы увидели примерно 4 человек. Но завидев камеру, они испугались и поспешили скрыться. Телефоны автосалона не отвечают, сайт не работает. Где сейчас находятся оплаченные автомобили, покупатели не знают, хотя многие продолжают исправно платить кредиты. Прокуратура Самарской области провела проверку по обращению одного из покупателей. В связи с наличием признаков нарушения требований правил продажи отдельных товаров по образцам, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Самарской области в отношении ООО «Азер Моторс» проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение о мерах административного воздействия. Официальный сайт Главного управления МВД по Самарской области сообщает, что уголовное дело по факту мошенничества возбуждено и передано в отдел по расследованию преступлений. В мошенничестве подозревают неустановленного сотрудника автосалона. Как удалось выяснить самим пострадавшим, автосалон не переводил деньги за автомобили компании-производителю. Куда они делись, неизвестно. Около 50 пострадавших написали заявление в полицию. Поскольку автосалон уже не дилер компании «Рено», людям советуют писать иски в отношении «Азер Моторс» о возврате денег. К слову, случай в Самаре не единичный. Осенью 2014 года свои машины от дилера «Рено» не смогли получить жители Архангельска. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.